Хорошо. Дмитрий Дмитрий Орешкин, политолог, к нам присоединяется. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Борисович, вы знаете, хочу, вот мы только что разговаривали там с Ольгой Садовской, показывали видео награждения сына Рамзана Кадырова, Адама, да, вот с главой Татарстана, который вручил ему орден. За что такие унижения Татарстану? Вы понимаете? Ну, вы знаете, как, все же относительно. Я полагаю, что у Чечни Кадыровской есть повод обидеться. А Адама наградили всего лишь вторым по значимости орденом Татарстана. А могли бы и первым. А, то есть это еще понятно. Оставили на потом. Да, вопрос в том, что считать нормой быта. Мне кажется, что Татарстан таким образом расплачивается за неполиткорректное выступление одного из своих депутатов. Вы помните, недавно было, да, где он выразился в том плане, что не очень хорошо бить людей, которые не могут дать сдачи. Это не красит ни ислам, ни народ и так далее. А из Кремля ему, видимо, прислали черную метку, и он стремительно, как положено при общении с Кадыровым, принялся извиняться. Ну и вот в качестве компенсации этого достойного юношу наградили орденом Татарстана. Это для нас с вами урок. То есть страна уже из медленной деградации, которая началась примерно в середине нулевых годов, 2005-2006, продолжилось там через чудовищные электоральные фальсификации, я их тогда называл чеченизацией выборов. Раньше это был такой позорный пример фальсификата. Угу. Чечня, которого стыдились и старались об этом не очень разговаривать, к социально одобряемой практике. Во времена Чурова это произошло, когда за это стали награждать, у кого лучшие и выше цифры. Ну, такая советская система поддержки. У кого выше цифры надоев или яйценоскости, вне зависимости от того, как это связано с реальными надоями и яйценоскостью. Вот тогда этот процесс начался. А сейчас он шел медленно под горку. А сейчас он дошел до перелома, после которого падает почти отвесно вниз. И вот когда за палачество, за очевидное нарушение российских законов награждают орденами, это значит, что мы уже отошли от государственной системы взаимоотношений и перешли к родоплеменной. Вот мусульмане – это наши, поэтому они должны быть правы с точки зрения Кадырова, что бы они ни делали. Ну, в общем, значительная часть населения, я так полагаю, что это не совсем правильно. Но в зависимости от того, как долго этот режим держится, у населения меняется, так скажем, оптика, и это становится нормой. Как Иван Грозный писал судьям про опричнина: «Судите праведно, наши, чтобы виноваты не были». Вот правильные суды должны быть так устроены, чтобы опричники не были признаны виноватыми. И здесь то же самое. Судите праведно, чтобы кадыровцы всегда были правы. Ну и, собственно говоря, разве касается только кадыровцев, это уже общероссийская практика. Да, но, Дмитрий Борисович, сейчас же внутри России, как мне кажется, со стороны, вот так вот, если посмотреть на вот эти новости последних дней, какие-то два параллельных процесса, да? Одно, сначала вот с одной стороны вот эта вот вседозволенность, да? А с другой стороны мы видим облавы на, значит, мечеть ОМОНа, который просто забирает людей, увозит. Как вот эти вообще два процесса вместе уживаются? Я думаю, что это вполне естественно, потому что имеется такое явление, как хаос в правоприменительной практике. И опять же, деградация системы государственных институций, когда вот есть закон, и он работает, сменяется более примитивной схемой, когда есть персональная зона ответственности. Куда у Кадырова руки достают, там работает закон Кадырова. Где руки не достают, там работают или взятки, или какие-то свои собственные представления о том, как
надо действовать. Вполне возможно, что какой-то московский военком, не испытывающий симпатии, скажем, к исламу и к понаехавшим в Москву, решил провести эту акцию. Поскольку он кадыровцев не замел там или не задел, то вроде как пока мы не видим никакой реакции. Потому что закон, конечно, не охраняет ни мусульман, ни москвичей, никого угодно, ни приехавших, ни постоянно живущих. А Кадыров же, он разорваться не может. Он везде навести свою справедливость. У него не хватает. Он ресурсов. Же выступает везде как защитник всех мусульман. Он же себя так позиционирует. Да, но, по-видимому, у него тоже есть какие-то пределы физических сил или досягаемости. В общем, этих мусульман пока он еще защищать не стал. У него, видимо, все силы были сосредоточены на продвижении своего сына в качестве защитника мусульман. А уж там, если... Ну, там, правда, тоже проблема в том, что какой-то певец попался под горячую руку. Значит, соответственно, это тоже информационный повод. Еще посмотрим, чем эта история закончится. Но, опять же, или вы работаете по закону, и тогда все граждане имеют одинаковые права, одинаковые обязанности, и, соответственно, должны служить в этой, прости господи, войне, которой нет, потому что есть только специальная военная операция. Или вот кто под Кадыровым, тот с золотым пистолетом, а кто сам по себе, ну, сам справляйся. А можно я все-таки вернусь? Я вот, как это сказать, для блондинок, Дмитрий Борисович, по Миниханову не понимаю. Значит, насколько я понимаю, раньше, по крайней мере, был таким общим местом, но, может быть, вот я там, у меня много друзей там среди татар, я много раз была в Казани. Я как бы примерно представляю себе этот регион, и, в общем, в Чечне я не была. Что мысль-то моя сводится к тому, что, в общем, татары не были в восторге от того, что Кадыров и Чечня – это защита, это вот, что называется, сердце ислама на территории России, защитники всех мусульман. Я напомню, что духовенство все, если мне не изменяет память, это все представители Татарстана. Правда же? И мусульманское духовенство, верховное духовенство России, я имею в виду. Ну, наверное, не совсем. Ну, во всяком случае, у Кадырова там есть своя... Не, ну подождите, кто у нас главный, тот же самый, как он, как его фамилия? Главный этнические татары, конечно. Но ну вот я это имела в виду. Ну, видите ли, как мне кажется, татары – древний оседлый народ. С своей оседлой культурой, со своей системой образования и так далее, и так далее. Да, они, конечно, ну, с точки зрения эпоса российского, татаро-монгольской иго и прочее, на самом деле татары пострадали от ордынцев не меньше, чем русские, равным образом булгары, которые там на Волге сидели. Да. Короче говоря, я хочу сказать, что современные татары давно уже, да, они, может быть, гордятся тем, что они татары, а может быть, не обращают на это внимания. Точно так же, как русские. Есть русские, которые в восторге от того, что они русские, есть русские, которым безразлично. И когда вы живете в городе, Москве или Казани, город всегда космополитичен, и вам не важно, как у этого человека фамилия. Татары – это европеоиды. Татарин – это такой же человек, городской, образованный, как правило, успешный, умный, работает в Академии наук, директором Института космических исследований, или в Соединенных Штатах, пишет музыку, руководит Центробанком и так далее. Так почему этих людей должно радовать варварство в исполнении Кадырова? Так а с какого, подождите, вот, так а почему тогда Миниханов ложится под Кадырова, извините, как это еще иначе назвать, при том, что это богатейший регион, при том, что у него там своего и чего у него там, нефть и газ, или что у него там есть, и в общем у него до поры до времени все было хорошо, богатый, самодостаточный национальный регион, с какого перепугу ему ложится под Кадырова? Не совсем национальный, он все-таки в значительной степени интернациональный, особенно если дело касается Казани. А во-вторых, ведь Миниханов, Михаев, он же не зависит от своих избирателей. Или зависит в гораздо меньшей степени, чем еще 15 лет или 10 лет назад.
Вот поэтому он в гораздо большей степени зависит от кремлевской иерархии. А в кремлевской иерархии еще неизвестно, кто весомее. А мне кажется, даже известно, Кадыров весомее в кремлевской иерархии, потому что он силовик и так далее и тому подобное. Поэтому, чтобы остаться в этой системе, чтобы остаться в этой власти, бывший президент, а нынче глава Республики Татарстан, должен пристраиваться в кельватор к господину Кадырову. Вот и вся история. Это может... Я думаю, что это даже и раздражает очень многих людей татарской национальности, и тем более не татарской национальности в Казани. Но здесь делать ничего нельзя, потому что так построена система приоритетов. Я же вот пытаюсь это объяснить, что не работают законы, не работают правила, не работает волеизъявление избирателей, работает вертикаль. Вот из Кремля позвонили... И он вынужден брать под козырек, хотя бы даже ему это было ужасно, отвратительно, стыдно. А куда денешься? Вертикаль. Империя зла, полюбишь и козла. А может быть, извините, еще тогда последний вопрос, но может быть уже он банально прозвучит, но сколько раз про это говорили, но тем не менее до сих пор непонятно. Зачем Кремлю такое усиление Кадырова? И в случае с Минихановым оно становится кросс-региональным. Хотя раньше Кадырова держали именно как главу Чеченской республики, который там навел порядок, восстановил после войны, взял под контроль, организовал силовой аппарат, все понятно, верный пес Путина, все понятно. В этом смысле вопросов нет. Солдат Путина. Но зачем вот это кросс-региональное усиление? Кому оно выгодно и кому оно нужно? Кадырову. Но Кадыров же не сам по себе, он же кого-то, значит, если вы говорите, что решение принимается в Кремле, то кто тогда лоббирует его интерес? Персоналистский режим отличается тем, что там все зависит от тараканов, которые размножаются в голове одного отдельно взятого человека. И тот, кто к этим тараканам имеет первоочередной доступ, тот имеет преимущество в персоналистском режиме. Кадыров имеет. Почему имеет этот отдельный разговор, там, довольно долгий. Но добиться приема у Путина, у Кадырова в 10 раз больше шансов, чем у Миникаева. Вот это, мне кажется, достаточно очевидно. А коли так, то Кадыров в иерархии реальной, не написанной в бумаге, которая называется Конституция, на которую все давно наплевали, там, федеральные законы, права и обязанности, это все пустое. А в реальной жизни, кто первым государеву уху добежал, тот и прав. Первым добегает Кадыров. Можно порассуждать о том, почему так. Но это отдельная история. Мне кажется, она слишком длинная. Ну, короче говоря, мы вот видим очень наглядные доказательства того, что система права, которая написана в виде параграфов, и которые надо бы соблюдать, давным-давно никем не соблюдается. Мы откатились назад к такому вполне кондовому персоналистскому режиму имени Ивана Васильевича Грозного или Иосифа Виссарионовича Сталина. А, тогда еще не могу... Вот Ира вас задала вопрос, нет ли противоречия. Тогда я тоже вижу противоречия, тоже не могу об этом не спросить. Но не внутри мусульманское, а вот мусульманско-православное, что ли. У нас вот тут собор прошел давеча, простите, там Дугин, Малафеев... На медне, извините, да, как это там правильно называлось. Вы знаете, я начала читать, я там просто как бы отвалилась после двух абзацев, я поняла, что значит, мы русские, с нами Бог, Босх, как говорят в мемах, да, как пишут в мемах на картинках. А, так вот, нет ли здесь противоречий? То есть, с одной стороны, вы говорите про тараканов в одной отдельно взятой голове и принимаете решение по усилению, и уже кросс-региональному. Нет ли в этом угрозы для того русского дискурса, который где-то вот, значит, в концертном зале прославляется известными славянофилами и евразийцами? Очень вежливо формулируете. Ну, как могу, да. По малым угрозам. И, собственно, они очевидны, эти угрозы. И ничего там противоречивого нет.
нет, потому что, ну, это примерно то же самое, что выступать с претензиями к тому же Иосифу Виссарионовичу Сталину, который в 1936 году принимает Конституцию с моей любимой 112-й статьей, где написано «Судьи независимые подчиняются только закону». Это в то время, когда вот уже готовили эти самые тройки, где роль судьи сводилось просто к фиксации того, что приняли, какого решения, которое приняли в НКВД. Ничего не значит слова, написанные на бумаге, и все значит настроение в данный конкретный момент или политика, которая в данный конкретный момент решил для себя проводить начальник. Решат, что все беды в Отечестве из-за врачей-вредителей будут уничтожать врачей-вредителей. Потом решат заняться, скажем там, языкознанием. Вся страна будет изучать языкознание и умиляться тому, какие глубокие научные тайны открываются в этих сакральных текстах. Конечно, есть противоречия. Но вы подходите к этой истории с точки зрения европейского рационального мышления. У вас есть такая слабость в воспитании и в образовании. И у меня она тоже есть. А надо исходить из эмпирической данности. Вот вы это видите? Вы наблюдаете вот этот вот зверинец? Вот этот зверинец характеризует современное состояние. Что там противоречие, что там с кем противоречит, это все вторично. Важно, что он функционирует. Начальник сказал, режь этих. Они режут этих, или мочат этих, или сажают этих, неважно. Это никак не соотносится ни с интересами государства, ни с интересами, там, скажем, прогресса, ни с документами, которые ранее принимались, одобрялись и запоминались как ценностные, там, типа Конституции 1936 года. Ни с чем это не соразмеряется, кроме как с нынешней современными настроениями вот в тех самых элитах, которые очень трепетно смотрят наверх и считывают пожелания вот этого верховного мозга, у которого довольно часто и с возрастом все чаще случаются короткие замыкания. Ну вот, это значит, что да. И я про это, позвольте напомнить, еще 10 лет назад говорил, что путинское управление ведет к разрушению государственных институций, и как, в том числе федерализма, конституционализма, системы выборов, системы судов и так далее. Поэтому, когда и если Владимир Владимирович Путин представится при дочи верховного судьи на небе, здесь, на земле, начнутся разборки между вот такими людьми, там, как Кадыров, там, Золотов, условно говоря, Суровикин или еще кто-то. Причем не в рамках правового пространства, которое они глубоко и искренне презирают, а в рамках таких простых силовых доводов, у кого больше за спиной силовых ресурсов. Это будет называться гражданской войной. Поэтому, если исходить из наших представлений о том, что правильно для страны, что нужно для страны, там, как надо ее улучшать, как надо увеличивать ее население, то мы видим, что их действия абсолютно контрпродуктивны. Но об этом просто не принято думать. Они продуктивны в смысле построения персональной карьеры вот в этой системе ценностей. После Ивана Васильевича Грозного через поколение было смутное время, потому что страна была истощена, измождена и так далее. После Иосифа Виссарионовича Сталина через поколение была перестройка, которую тоже можно назвать своего рода смутным временем. После Владимира Владимировича Путина какое-то время будет править там хунта или какой-то новый вождь, а потом, поскольку страна придет опять к краю, где у нее не будет ни людей, там, ни технологий, ни возможности встроиться в современные тренды остального мира, потому что через 10 лет, наверное, потребности в керосине снизятся из-за альтернативной энергетики. И вот к этому ко всему она готова не будет. Но это будет не сегодня, не завтра. А Владимир Владимирович Путин так устроен, что ему важнее всего сохранить власть.
а дальше трава не расти. После нас хоть потоп, как говорили, более откровенные люди, ну, до Владимира Путина. Нет, он этого никогда не скажет. Но на самом деле именно так. Дмитрий Борисович, а вот эти вот разные миры, их специально сейчас сталкивают, или это уже какой-то неконтролируемый процесс? Нет, тут не надо переоценивать систему ума, что ли. Нет, там идет постоянная борьба за то, кто громче крикнет, а ту их там, кто громче взвизгнет и убедительнее обругает какую-нибудь Урсулу, как она там. Фон дер Ляйен или еще кого-нибудь, чтобы понравиться начальнику. Вот это максимум, на что они способны, и максимум, чего от них требуется. Ну и понятно же, что все эти восхитительные разговоры о том, как надо повышать, улучшать демографию, это просто шум моря или шум волн под ветром. Никакого за этим смысла нет. Смысла не больше, чем в обещании там, удвоения ВВП, создания 25 миллионов высокотехнологических рабочих мест и всякого такого прочего. Ну, фуфло. Ну, же они же про это говорят, потому что они улавливают сигналы, которые спускаются сверху. Никакого отношения к действительности это не имеет. Зато это имеет отношение к похвале первого лица. Мы даже с вами, наверное, не осознаем, как глубоко страна за последние несколько лет провалилась. Вот как система норм настолько деградировала, что нам кажется, ну да, в общем, нормально. 3 года назад представить себе такую войну невозможно было. Я до последнего не мог себе представить. А сейчас ничего, живем нормально. И когда читаешь патриотов, патриотически, Z-паблики какие-нибудь, да. Телеграммы, они же всерьез друг с другом вот обсуждают, что вот мы сейчас вышибем, как они там говорят, укранациков, или они их называют там поросята, или они их называют между собой немцы. Вышибем их с этого самого Терекона, и вот тогда жизнь, тогда помоемся, отдохнем, и в общем, наконец-то станем победителем. Вот они воюют с НАТО, не с Украиной же они воюют, правда? Но воюют за этот Терекон. Вы в этом не видите противоречия? Там с той стороны Терекона НАТО стоит, а Терекон находится в Авдеевке. Вот это, если отойти в сторону, чуть-чуть сменить оптику, это же бред сумасшедшего. Но они в этом бреду живут, и они его уже считают нормой. И вся страна так. Вот система нормативов, система того, что нормально, кажется, она радикально поменялась, но незаметно. И именно поэтому, да, огромная часть населения, большинство населения войну поддерживает, считают, что ее развязали Соединенные Штаты, что мы обороняемся от них, ну и так далее. Вы все это знаете не хуже меня. Прости, пожалуйста, Маша, вот если вернуться к этому форуму чудовищному, абсолютно, действительно, Маша правильно сказала, на втором абзаце ты уже там отваливаешься, потому что невозможно, это кровь из глаз, и вот... Исправляться надо. Вот это ваша проблема. Абсолютно моя, я не спорю. Но вот я хочу у вас спросить, Дмитрий Борисович, а вот это вот продвижение русской идеи, да, как они называют, Дугин, Муафеев, это вообще, ну то есть это популярно среди народа? Пока нет, но если такая ситуация продлится, и если их допустят к телевизору, то через какое-то время станет популярной. Хотя это просто болезненный бред. Александр Георгиевич Дугин объясняет, что для того, чтобы решить демографическую проблему, надо распустить большие города и вернуться к провинциальному образу жизни. Это просто чудовищная кондовая безграмотность, потому что 10 миллионов человек, которые живут в городе Москве, без городской инфраструктуры не смогут просто пропитаться. Ну, представьте себе, что вы отрубаете этот самый город. Он это рассматривает как раковую опухоль, которая высасывает соки из России и матушки. Очень популярная точка зрения, абсолютно дикая. Потому что на самом деле эмпирика заключается в том, что средний гражданин, проживающий в крупном городе,
неважно где, в Австралии, в Соединенных Штатах, в Китае, производит ВВП на свою душу в 2-3 раза больше, чем в провинции. Просто потому, что среда плотнее, там, соответственно, там люди гораздо больше зарабатывают, но города – это курицы, которые несут золотые яйца. Ну вот, если их уничтожить, что вы будете делать с этим миллионом? Потому что на этот город работает в системе рыночных интересов огромное количество производителей сельскохозяйственной продукции, которые доставляют в этот город по дорожной сети автомобилями. Это система, куда закачивается энергия, куда закачивается вода. Если вы все это останавливаете и пытаетесь сделать дисперсное расселение, где русский мужик пашет землю, хвалит Бога и рожает детей, как полагает Александр Гельевич Дугин, то на месте Москвы вы через месяц получаете голод, через полтора месяца, поскольку не работает канализация, вы получаете всплеск эпидемий, а через три месяца вы получаете каннибализм, после чего население сокращается в разы. Опыт, пожалуйста, это Пномпень, когда красные кхмеры, как и господин Дугин, уничтожили столицу, там около миллиона угробили, после чего они сами не могли ни лечиться, ни учиться, ни производить себе необходимые вещи, в том числе оружие. Или, чтобы ходить недалеко от наших с вами Палестин, перед Октябрьской революции в Петербурге было 2,1 миллиона человек населения, а в 22 году было 0,7 миллиона. То есть население сократилось в три раза. Зато сколько море было социальной справедливости, значит, народ был освобожден и так далее, и так далее. Вот, в принципе, Дугин нечто похожее нам предлагает. Это будет сопровождаться чудовищными демографическими, любыми другими культурными потерями для России. Но они же, по сути, отрицают прогресс. Слушайте, не говорите такого слова «прогресс» при них. Вы что? Речь идет о том, что, наоборот, восстановить традицию. Они же, у них есть сказочный образ традиции. Дмитрий Борисович, вы так серьезно рассказываете, анализируете проекты Дугина, что я как-то даже немножко как-то растерялась. Как сделать наше завтра? Мы можем посмеиваться. Да, вот я хотела в связи с этим вопрос вам задать. Вот сейчас, вот то, как сейчас, это как в 70-х? Я тогда не жила, и Баблоян тогда тоже не жила. Я жил, я расскажу. А вы жили. То есть мой вопрос-то в чем? Мои родители, мой отец описывает это как самое лицемерное время в истории, там, ну, в котором он жил, там, в истории Советского Союза слэш Российской Федерации, когда на бумаге в телевизоре одно, а в жизни совсем другое. Вот мы сейчас как бы вот в концепции такого грандиозного лицемерия, там, транслируемого российской пропагандой и с экранов телевизоров или Дугиным с трибуны этого форума? Или мы сейчас всерьез, искренне и надолго? Мне кажется, что гораздо хуже. Советский режим как раз был тем хорош, что, ну, как тогда говорили, они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем, ну и так далее. И, как сейчас становится понятным, ситуация может быть гораздо хуже, если у власти не лицемеры, а искренне верующие. Фанатики. Фанатики. Можно их назвать фанатиками. Дугин, да, Дугин фанатик. Машина у нас ехала давно и безнадежно. На самом-то деле рост населения как раз потому и происходит, и благодаря тому он происходит, что население концентрируется в крупных центрах, растут города и так далее. Развернуть процесс нельзя, невозможно. Это для того, чтобы пахарь сам себя обеспечивал зерном и хвалил царя, нужно количество населения вернуть к тому уровню, который был ну, там где-то в 15, 16, 17 веке, когда это было. Не понимать этого, наверное, можно, но для этого надо быть Дугиным. Так вот, нынешнее время – это время психопатов. Назовем это так. А вменяемый человек, он начал бы войну с Украиной, когда есть возможность выстраивать отношения с свободной, может быть, неприятной,
но мирной Украины. Есть возможность там торговать, привлекать людей оттуда для образовательных проектов, используя преимущества там, близкого языка, близкой культуры, православной церкви, бог знает чего еще. 300 лет как-то вроде жили бок о бок. И альтернатива – это война. Триллионы рублей, сожженные в печке вот этой самой войны. Уже, наверное, больше 100 тысяч покойников. Вот он, кстати, улучшение демографической ситуации. Да? Какая женщина сейчас вообще станет рожать, если у нее благоверный там? И неизвестно, в каком виде он вернется, и вернется ли. Ничего, это нам же важнее, вот что нам важнее? Отвоевать вот этот террикон, вырвать его из лап НАТО. И тогда заживем наконец-то. Да, тогда это счастье. Дмитрий Борисович, а в этой логике Путин скорее лицемер, вот если брать вот эту, да, двоичную систему, или скорее фанатик? Я думаю, он начинал как лицемер, а теперь уже по поводу быстрого размножения тараканов понемножку делается фанатиком, потому что это функционально необходимо. Ведь если остановиться, оглянуться, то делается страшно. НАТО вместо того, чтобы собирать манатки и отваливать границам 97-го года, как говорил, в общем, когда-то приличный интеллигентный человек по фамилии Рябков. Оно, это самое НАТО, расширилось. Экономика вместо того, чтобы расти, упала. Хотя нам опять расскажут, сейчас она начнет расти, но после того, как она упала. Значит, она упала на 2,5-3%, вырастет на 1,5%. Отлично, это большое достижение. Это значит, что мы упали не так глубоко, как могли бы. Демография сокращается, рубль, ну, сами знаете, что с ним происходит. Вот так, если посмотреть не налитыми кровью глазами, то результаты чудовищные. А если это экстраполировать на перспективу ближайших нескольких лет, то не видно низги в этом светлом будущем. Но если это признать, бросить, снять шапку, сказать, прости, народ православный, мы тут нахомутали слегка, это означает потерять власть. А потерять власть для Путина невозможно. Он психологически этого не может допустить. Он насмотрелся этих видео, как кончали свою судьбу там, всякого рода Муаммара Каддафи и прочее. Он этого не хочет, не может. У него это глубоко, как говорил тот же самый Иван Васильевич Грозный, и вошел страх в кости Маа. Вот у него страх сидит в костях. Поэтому он становится все более и более фанатиком и все более и более психопатичной личностью, если, извините, пожалуйста, такое выражение. И этот процесс будет усиливаться. Это не совсем медицинский процесс. Это какой-то процесс политической шизофрении или паранойи, наверное, правильно сказать. Ну и мы с вами можем с легким ужасом этого наблюдать, если есть возможность в него не погружаться. Но у страны ведь нет такой возможности. Поэтому она погружается. И поэтому она вместе с этим первым лицом сходят с ума. Говоря о том, как мы... Это просто задача неактуальная. Когда я слышу умных людей, которые говорят, ну ведь государство это так или иначе становится сервисной структурой, или которые говорят про общественный договор, у меня волосы дыбом. Это все работает в европейской системе ценностей, когда власть обслуживает народ. А здесь наоборот. Народ обслуживает власть. И в этом заключается общественный договор. А если ты плохо обслуживаешь, тебя на конюшню выпарят и там, посадят. Мне кажется, эмпирически это очевидно. Другой вопрос, что у нас в голове это не укладывается, потому что безумие. Но а что делать? Это наша проблема. Вопрос. В той конструкции, в которой мы живем на сегодняшний день, вот там, на 25 октября 2023 года, война в Украине играет на сохранение власти Путина или нет? Да, на сохранение власти Путина. И он это эмпирически давно установил. У него было 4 всплеска популярности, все связаны с войной.
Первое – это Чеченская война, потом Грузинская война, потом Крым наш, и вот сейчас четвертая война. Рационально мыслящие люди говорят, ну как же, экономика хуже, в магазинах там меньше, рубль падает. И сколько погибших, так... простите? Да, еще между нами говоря, да, такой пустяк, как 100 тысяч покойников, да, или там больше, не знаю, никто не знает сколько. И ничего, как с гуся вода. А наоборот, ужас ситуации заключается в том, что когда был мир, вот после всплеска крымно-шистских радостей, был кризис 15-16 года, в частности, связанный с санкциями. И ну, когда ситуация более или менее угомонилась, рейтинг Путина пошел вниз. На вопросы о том, в правильном ли направлении идут дела в стране, во времена Крымнаша 80% отвечали, что в правильном, а после уже около 60%, там, на 20%. Путина поддерживали, но гораздо менее интенсивно. Начинается война в феврале 22 года. На вопрос о том, в правильном направлении идут дела, я ссылаюсь на данные Левада. Да, в смысле, в правильном направлении, отвечает на 20% больше. Вот война – это то, что нам надо. Это не касается, я бы не стал говорить, что это касается русского народа, потому что государь-императора Николая Александровича две войны погубили. Что японская война, что германская война. А Путина, равно как и товарища Сталина, войны приподняли. Вот это парадокс. Сталин самую чудовищную войну провел, самую кровопролитную войну провел. Если Николай на войне с Германией потерял около 2 миллионов человек на фронте, при этом линия фронта лежала от Риги до к Черновцам в течение нескольких лет, не приближаясь к Москве. И его считали там слабым, негодным и так далее. То товарищ Сталин за 10, за 8 недель, ну, будем говорить, 10 недель, получил столицу петербургскую в блокаде, а через 16 недель немцев в Химках. И за все за это он заплатил там 27 миллионами человек. И общественное мнение этим гордится. Это вот как раз мне кажется, что это связано с глубочайшей деградацией системы приоритетов, которая обеспечивала советская пропаганда. И сейчас то же самое. Так а приоритет в чем? Чему отдают приоритет? Войне. Умрем, но значит покажем, что мы самые сильные, мы поднялись с колен. И что, когда наблюдаешь с людьми, разговариваешь или читаешь там эти самые паблики, их, они же в это верят. Но это что, просто на душе хорошо должно стать? Да, на душе. Вот это гораздо важнее. Вот идеология сплоченности, подъема с колен, что мы всем, вот-вот сейчас мы их. Вот это людей греет сильнее, чем реальные материальные блага. И в этом радикальное различие между Россией, империи российской времен Николая, как мне кажется, и постниколаевской империи имени товарища Сталина. Он создал систему, рассчитанную на войну. Наиболее толковые люди должны работать в военно-промышленном комплексе. Главные ресурсы должны идти на производство оружия. Ну, сейчас новые миллионеры появляются как раз вот на военно-промышленных. Ну, да. И здесь сейчас то же самое. И все умные люди, качая параллелепипедальной головой, которую они только что вынули из телевизора, говорят, ну как, ну не все так однозначно. Нас же хотят уничтожить. Мы должны собраться защититься. То есть вот переформатировали общественное сознание, и оно эту войну поддерживает. Говоря о нормальному человеку, мне кажется... Хочется спросить вас, Дмитрий Борисович, а делать с этим что? То есть пытаться что-то с этим делать или, правда, забор высокий построить, и пусть оно там булькает, как булькает? Ну, смотря где вы находитесь. Если с той стороны... Хороший, забор, да, понимаю. Ну, просто... А что можно с этим сделать изнутри? Ну, вот оно булькает, вот оно такое, там, среда, не знаю, ментальность. Да, архаика. Традиция, архаика. Вот газа. Вот вам пример газа.
Да, Вот кстати. они там, традиционалистское общество, вот это все там понятно. Вот они там живут вот так, как они живут. Вот они избирают ту власть, которая, как мы знаем, каждый правитель достоин своего народа. Они Вот уже в давно каких... выбирают. Они ее один А? раз выбирали. Ну, этого хватило. Вот в традиционалистских обществах, которые так нравятся господину Дугину, как раз так и работает. Один человек, один голос, один раз. Значит, вот один раз избрали Хамас, один раз избрали Владимира Владимировича Путина, и с тех пор уже можно и не напрягаться. Логика примерно такая. Ответ, значит, что делать? Вы знаете, ну, каждый решает сам, конечно. Есть люди, которые борются. Вот Олег Орлов. По-разному. Вот Алексей Навальный, вот Илья Яшин. Вот Гриша Мельконянц, который, ну, предельно корректный, ну, прям очень грамотный, юридически там сидит, не получив еще никакого даже обвинения. Сидит, потому что не должен мешаться на грядущих выборах нашего всего. Эта борьба, ну, наверное, в их индивидуальном представлении, да. Кто-то уезжает, кто-то надеется перетерпеть. Ну, в общем, перетерпели ведь советскую эпоху. Раньше или позже эта модель обязательно грохнется, но она грохнется не так, как в советскую эпоху. В советскую эпоху очень долго, терпеливо, спокойно гнили, осознавали, вот как вы говорите, это лицемерие системы. Поэтому, когда Советский Союз рухнул, вот я очень хорошо это помню, ни у кого тени сожаления не было про этот Советский Союз. Да и, собственно, и социологи об этом говорили. Потом появилось довольно быстро. Что появилось? Потом появилось, я говорю, тень сожаления. Через 10 лет. Значит, тот же ВЦИОМ, который был тогда еще приличной фирмой и был руководим Юрием Левадой, установил, что среди списка озабоченности людей во время реального крушения Советского Союза на первом месте там были вещи типа личной безопасности, наличие продуктов и вещей в магазине, страхи потерять там семью, еще что-то, бог знает что. Сожаления о распаде великой страны были на 7-8 месте в списке. А вот когда благодаря реформам рыночной экономики и конвертируемым рублям страна наелась, и в стране появились мобильные телефоны, компьютеры, интернет, автомобили и даже квартиры, вот здесь образовалась довольно естественная, как, собственно, везде в советских, постсоветских странах, тоска по прошлому. И Владимир Путин ее абсолютно, к вопросу о цинизме и о лицемерии, ее абсолютно рационально, грамотно и цинично использовал, рассказывая про то, что мы поднимемся с колен. А теперь процесс, как мне кажется, будет обратный. То есть риторика уже сформировалась. Мы идем от победы к победе, как шли в советскую эпоху. То есть телевизор беснуется в восторге от себя. А холодильник, ну, медленно, но худеет. Так медленно, едва заметно. Вот для того, чтобы эта ситуация развалилась, ну, наверное, должно пройти еще несколько лет, когда холодильник похудеет сильно, заметно. И вдруг людям не станет хватать лекарств или каких-то еще вещей, которые казались вполне нормальными, естественными. И в этой ситуации два варианта. Или менять власть, или менять страну. Поменять власть... Я не вижу возможности, честно сказать. Я думаю, что обязательно надо попытаться, в частности, на выборах, испортить президенту обедню. Но не заблуждаться. Не заблуждаться, потому что институции не работают. В том числе институция, которая называется выборы. В том числе институция, которая называется право на демонстрации, свободное собрание, право... свобода слова там и так далее. Ничего этого не работает. Кадырова на них спустят, и он всех посадит на бутылку. И, значит, победить может только или жесткое материальное ухудшение ситуации. Начнем, скажем, с серьезного поражения на войне. Вот если Путин всерьез
что-то проиграет на войне, ему будет очень трудно показать, что он там победил. Если остается ситуация такая, как сейчас, ничейная, ее можно раскрасить в цвета победы, он это сделает. Так что я думаю, наши возможности сейчас очень ограничены. У нас же 10 больше, 15, в течение 15 лет нас отбирали выборы. А либеральная общественность говорила, да и Аллах с ними, там подумаешь, выборы, что за их там защищать, это все ерунда, а у нас своих дел хватает. Сейчас, когда понадобятся вдруг выборы, оказывается, что эта ситуация уже ни к чему не привязана. Ты можешь дергать за этот рычаг, он никаким шестеренкам не привязан. Но и у власти то же самое. Она может произносить слова, она может принимать демографические программы, она может говорить об экономическом росте, любую пургу она может нести. Она сделать уже ничего не может, кроме как продолжать эту самую войну. И это уже такая деградационная норма сегодняшнего дня. У меня нет рецепта, как из этой ситуации выбираться. Но я думаю, что чем больше мы в ней находимся, тем мучительней, кровавей, чудовищнее во всех отношениях будет выход. Ну вот как не может, Дмитрий Борисович? Вот я вам сейчас пример приведу. Буквально несколько часов назад на «Медузе» появилась статья. Это вот прямо к выборам, что говорится. Ну, то есть это официально никак к выборам не приурочено, разумеется. Вот. Но пишут, что, значит, источники, близкие к Кремлю, рассказывают о том, что, значит, предвыборная кампания Владимира Путина, хотя он еще не сказал, что он туда идет, должна превратиться в череду праздников. И, собственно, уже вот все эти нам с вами известные платформы, как Россия, там, страна возможностей, это, представляете, еще существуют лидеры России, вот эта вот, кампания, кадровые конкурсы, значит, они делают теперь новый конкурс, который будет называться, сейчас я вам скажу, как он будет называться, ну, а это называют «Поле чудес», а по факту это будет называться «Это у нас семейное». Они собирают разыгрывать, значит, какие-то 30 жилищных сертификатов на 5 миллионов рублей, ну и так далее, так далее, так далее. 300 там поездок по России. Ну вот, собственно, вот они вот так вот и будут покупать население? Ну да. Ну, примерно так. До тех пор, пока население будет покупаться, это будет работать. Тут я не думаю, что вообще проблема в населении. Мне кажется, проблема в элитах. Как и государя-императора снесли элиты, а вовсе не широкие народные массы, как нас учили в школе, так и Путина не широкие народные массы снесут. Так нет, голод тогда должен в элитах настать? Да. Значит, голод. Ну, понятно, что условный. Старские элиты тоже не от голода, да, страдали. Угу. Да, им хватало на было что на бутерброд намазать. Но они были в том-то и дело, в чем была проблема европеизированной, относительно европеизированной элиты царской России, в том, что идея террора там была не актуально. Вот не мог государь-император уничтожить тех людей, которые говорили о том, что он не справляется. Да, вроде как вот нам царская охранка, там то, сё, мы все этими терминами воспитаны, но на самом деле даже в царской фамилии была сильная оппозиция, которая говорила, что Николенко с ролью главнокомандующего не справляется. Надо бы ему подать в отставку и передать военные функции другому члену императорской фамилии. И он это понимал, там, он, наверное, чувствовал, но он не мог этих людей уничтожить. А Путин уничтожает людей из элиты, которые представляют ему угрозу в качестве альтернативы. Борис Немцов, Борис Березовский или Ходорковский. Где сейчас те люди, которые могли бы представлять Путину не фейковую альтернативу в виде там Зюганова или еще какого-нибудь Миронова, простите. Миронова, да. Нету. И в этом смысле как раз этим-то и сильны такие режимы. Кто рядом с Ким Чен Ыном мог бы перехватить у него власть? Да никто. И у Сталина то же самое было. И власть начали делить сразу после его смерти, а не в то время, когда он был жив. Хотя он уже был
слабо адекватен. Вот это чудовищно, это парадоксально, но это так. И эта ситуация будет держаться, поскольку Путин воспринят этими же самыми элитами как, называйте как угодно, их трусливыми, жалкими, там еще какими-то подавленными. Они боятся за себя, потому что они боятся потерять то, что у них есть. Могут, при этом они могут потерять все в случае кризисной ситуации, включая жизнь. Вот некоторые люди уехали. Ну, позвольте, там, ну, всех не будем вспоминать. Вспомню там господина Дворковича или господина Чубайса. Это связано с большими, серьезными потерями для их личного статуса, для, в том числе и финансового. Большую часть у них, конечно, по дороге отобрали. Ну, ясное дело, что они не голодают. Но Фридман? Вот у Фридмана проблема. Он хотел бы, но не получается, потому что он клал яйца, как положено в бизнес-стратегии, во все корзины. А здесь надо решиться. Или ты там, или ты здесь. Он решился в пользу, насколько я понимаю, он решился в пользу Путина. Я думаю, что это ему не просто решение далось. И думаю, что это решение ошибочное. Но ведь я не Фридман, да? Не знаю, как я бы себя повел на его месте. Да. Так что, в общем, я не вижу пока реальной угрозы путинскому режиму. А народу они будут рассказывать победные сказки, и народ будет кивать головой, преодолевая трудности. При Сталине преодолевали ведь, да? С голоду дохли, а шли от победы к победе. И при Ким Чен Ыне идут от победы к победе, и тоже с голоду дохли. Нормалек. И Венесуэлу возьмите. Была самая богатая страна Латинской Америки, стала одна из самых бедных стран Латинской Америки. Зато они постоянно освобождаются от ненавистного диктата Гринго. Или Хамас, вот возьмите. Тоже они могли бы, у них денег там огромное количество, донатов, они могли бы построить Сингапур, условно говоря. В Сингапуре плотность населения 8500 людей, человек на квадратный километр. В Хамасе 5500. Ну, во всяком случае, не хуже. Да? А, например, в Монако 20000 на квадратный километр. Ну, это Монако и так далее. Но для этого деньги тратить не надо. На инвестицию, на производство, на торговлю, на строительство портов. А эти доблестные ребята тратят деньги на рытье каналов, на производство оружия и так далее и тому подобное. У них другой приоритет. И народ населения их поддерживает. Вот через оптику Хамаса посмотрите на Россию образца 2024 года или 2023. И вы увидите разницу даже с Россией образца 2010 года. Насколько мы охамасились, насколько мы кадыровились. Охамасились, хорошее слово. А вот я смотрю новости, Совет Федерации одобрил закон об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Удивительно, правда? Ну, собственно, кто бы сомневался, да. Но, тем не менее, как это сказать, надо же поставить галочку, что называется, в правильном месте. Дмитрий Борисович, а все-таки по газе, как вы думаете, есть решение сейчас? Или цук-цванг? Я прослушал, простите, пожалуйста. По газе, поскольку мы с вами про хамаизацию России заговорили. Я очень слабый специалист, я ни разу в жизни не был в Израиле. Но сейчас там чего-то читаю. Мне кажется, что ситуация ужасная. Ну, я думаю, что это всем кажется, не один я такой, да? Mm-hmm. Я думаю, что из нее есть, на удивление, простой выход. Из вот этого гуманитарного кризиса, когда у людей нет воды, еды, электричества, не работают больницы и так далее. Он, в общем-то, из двух шагов состоит. Первый. Выпускаете заложников, мирных людей, которые взяты просто по беспределу. Кстати говоря, заложничество – это признак варварства, очевидно. В правовом государстве это невозможно. С принципом индивидуальной ответственности. Это возможно только при варварском режиме, когда работает принцип коллективной ответственности. Ах, ты еврей? Ну так вот ты нам сейчас ответишь. Так, значит, пункт первый. Вы выпускаете эти 200 с чем-то человек, получаете воду, электричество, гуманитарную помощь. Но при этом, я думаю,
Израиль будет продолжать бомбардировки, потому что Хамас, как террористическая организация, которая убивает людей и их уводит в качестве аманатов, вполне по-кадыровски, должен быть уничтожен. Лучше было бы этих товарищей сразу сдать в систему правосудия Израиля, потому что оно даже, эта система не предусматривает, например, смертной казни. Пойдут на это в секторе Газа? Нет, конечно. Вот этот простой, очевидный. Там около 50 тысяч человек, вот у нас сегодня говорили. Что около 50 тысяч? Ну вот Хамас, боевики, соответственно, и плюс нет, там еще несколько... Это же есть большой на этот счет исторический опыт. Есть рядовые боевики, которые могут сказать, что они... Выполняли приказ. Выполняли приказ, да. И есть головка, которая, кстати говоря, не участвует в боевых действиях. Она живет в Катаре. Ну, там Исмаил Хания, кажется. Так Хания, вот. Да. В приличных отелях живут, подождите, говорят. Подождите, там это мы сейчас, просто у нас остается это полтора минуты, мы сейчас в деталях утонем. Все-таки два, вы сказали, простое решение, два шага. Первое – отпустить заложников, а второе? Второе – значит, сдать вот эту самую верхушку, которая начала эту войну. Если вы войну начали, то извините, не удивляйтесь, что по вам стреляют. А если по вам стреляют, то извините, что не попадают, в том числе и по мирному населению. Не нам с вами об этом говорить, когда в городе Харьков только что российской ракеты убили там шестерых русскоязычных, по всей видимости, жителей Харькова, которых Путин взялся защищать. Абсолютно хамасовская логика. Мы своих не сдадим, мы лучше их убьем. Да, ужас, спасибо какой. Вам большое. Подожди, но у нас еще минута остается. Да. Дмитрий Борисович, я вас напоследок просто спрошу. А вот все, предвыборная кампания началась в России? Можно? Да, конечно. Да? Ну, какая кампания? Это же, я уже многократно говорил, все это ритуал или обряд. К нему надо подготовиться, надо расстелить дорожки, надо раздать сертификаты. И вот эта вот череда праздников, о которых, значит, пишут, это конечно, действительно... Должно быть, как в советские времена, там красили скамеечки перед выборами и продавали горячие пирожки, и даже делали ремонты в некоторых домах, которые писали, что иначе мы голосовать не пойдем. То есть этот ритуал имеет вот такой вот именно ритуальный смысл. К нему начали готовиться, конечно. И деньги выделили, и уже специально обученных людей запустили, чтобы они придумали народу праздник. Как народ ублаготворить? Ну, я вас только напоследок спрошу, вот эти 10 вопросов, которые Алексей Навальный, значит, он написал в своем посте, но сейчас мы про это не успеем поговорить, но я вас спрошу о другом. Алексей написал, что он предоставит свою стратегию через 3 месяца. Поздно это или нет? Нет, на самом деле нет. Важно, чтобы она была не идеальная, но общая. Вот если из этого обряда сделать антивоенный референдум, перестать думать, что это выборы президента. Президент не выбирается, он нам Богом дан, как Иван Васильевич Грозный. А вот испортить им обедню и превратить этот обряд в антивоенный референдум с тем, чтобы там 10-20% населения проголосовали против, проголосовали, не просто не пошли на выборы, а испортили. Ну, вот тут надо разработать общую стратегию, которую поддержали бы там Навальный, Карц, ну, в общем, те люди, которые пользуются доверием как источником информации, как источники информации. Вот если будет какая-то согласованная концепция, то для ее имплементации понадобится совсем немного времени. Потому что есть готовая социальная среда в объеме примерно 25-30 миллионов человек, которые против войны. Важно ей объяснить, что делать, важно объяснить, почему это правильно. И к чему это приведет. Важно, не ругаться друг с другом, не говорить, что ты прав, а вот я буду
там, скажем, бойкотировать, а я буду вот так голосовать, а я буду вот это голосовать. Вот если удастся создать общую стратегию, то за один месяц до выборов ее вполне можно реализовать. Потому что логика какая? Что ты делаешь на участке? Угу. Что ты делаешь с этим бюллетенем? Вот людям надо объяснить, что именно делать. У меня есть по этому поводу свои предложения, но мы с вами их обсудить точно не успеем. Но не последний раз. У нас есть время, да, у нас еще есть время. Не последний раз в эфире, да, так что успеем об этом поподробнее поговорить. Спасибо. Меня зависит от вас. Да, спасибо вам большое. Политолог Дмитрий Орешкин был в нашем утреннем эфире. Спасибо, Дмитрий Борисович. Маша Майерс, Ирина Баблоян. Это «Утренний разворот». Поставьте лайк этой трансляции. Мы с вами прощаемся. Всем пока.